Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня я покажу хардкор мод для Майнкрафта Pocket Edition. После установки этого мода в вашем крафте появляется режим хардкор, который сможете активировать с помощью красивого меню. Что ж, для этого нажимаете кнопку Play и переходите в меню создания обычного мира. После чего во время загрузки мира вам будет предложено создать какой-либо мир. Но мы создаем, конечно, мир с хардкором, и после чего в чате нам пишут, что вы создали мир с повышенной сложностью, и после смерти в вашем мире вы не сможете восстановить ваш мир. Но мы, конечно, друзья, убьем себя, либо мы утонем, а давайте лучше сделаем самый легкий вариант. Для этого мы обложимся песком, и это будет самая быстрая смерть. Но если это было бы в реальной жизни, то эта смерть была бы довольно мучительной, потому что мы наваливаем себя блоками, и мы просто-напросто задыхаемся. Но смерть наступает, как видите, очень быстро. Ну и нам пишут, что хардкор. Все, друзья, кнопка респаун не работает, а работает кнопка выйти обратно в меню. Но мы нажимаем на нее, и если вы зайдете повторно в мир, то вы будете опять же находиться на том же месте, друзья. Вот, как видите, хардкор и вправду работает. Ну и после чего вам остается удалить только этот мир и начать заново выживать. Ну да, ну что ж. На этом все, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.